очаг, я сам буду стоять под ним. Серьезное заявление. Отбили. И вот эту мы еще отбили территорию. Все, остается у него две территории. Я так понимаю, сейчас мои союзники отобьют, а вот эту я. Наверное, сейчас будет убийство волка. Может быть и нет. Давайте смотреть. По мере того, как власть волка подходит к концу, все больше графств начинают мятеж против его прихвостней и встают под ваши знамена. Это офигенно. О, гад, а. Хотя следовало бы дождаться распоряжений сэра Лонгарма, вы твердо решили отомстить за отца и немедленно отправляетесь в поход. Вступив на территорию соседнего графства, вы получаете послание сэра Лонгарма. Я же просил вас быть осторожнее. О чем вы только думали? Вам не выстоять против сил волка в открытом поле. Укройтесь в брошенном им замке и постарайтесь удержать его до тех пор, пока я не прибуду с подкреплением. Я отправил людей, чтобы они начали укреплять замок к вашему появлению. Горячая кровь. Закрепиться в замке. Горячая кровь, блин, да, вот вообще оторванулся. Все, месть, я буду мстить. Уроды, ублюдки, никому ничего не позволю. Но, увы, увы. Так, у нас здесь что происходит? У нас здесь очень мало земли, и мы ничего сделать не можем. Параметры игры давайте поставим на минимум, а то сейчас мы довысматриваемся. Люди в Голливуде. Камня мало. Камня мало. Думаю, надо использовать его, застроить вот так. Чтоб сюда не подобрались. А, подождите, сюда и никто не подберется. Блин. Короче, надо как-то вот так, наверное. Я даже не знаю, что еще сделать. Надо продержаться. О, гляньте, сколько мечей. Ни хрена себе. Не хватает рекрутов, сэр. Давайте быстренько нанимаем. Как это я не увидел? Сюда. Будем всех сейчас рассаживать. Вот это нам не нужно. Это мы развалим. Немножечко камня это нам даст. Что у нас с едой? У нас есть поля. Еда. Я, кстати, не вижу ни хрена амбара. Нигде. А, вот он. С едой у нас нормально, но давайте, наверное, мы построим еще немножечко пекарен. Совсем чуть-чуть. Это позволит нам спать пока что спокойно. И дровосеков. А дровосеков? Да ну тут, да, парочку. И людей. Ага, людей. Людей у нас нет. Людей нет. Проблема. И уже атакуют войска волка. Будем сейчас всех лучников стягивать сюда. Здесь пусть так и останутся. Вот этих мы стянем сюда. Вот этих сюда. Вообще, очень хорошее такое расположение, если честно. Потому что... Ну, двойное я имею в виду, когда вот это расположение. Давайте, лучники. Активная оборона. Чё ждать? Вот я не понимаю. А, нет, никакой идем зайти. Охренеть, вообще, Васяндрии какие-то. Да этих не достают они, да? Хреново то, что они не достают. Я могу камень, еще могу застроиться. Давайте мы застроимся, вот так вот.
немножечко. Все, чтоб они своим подкопом не сильно меня этот колыхнули, а то сейчас они реально колыхнут меня. Есть, все, нормально. Этого хватит. Ну давайте, завалите, я не понимаю, чё вы стоите, ребята. Возьмите и валите просто. Есть. Теперь вот эту штуку валить. Теперь вот эту. И что у нас с людьми? С людьми у нас не очень хорошо. Еще пару домиков. И теперь мы будем нанимать отряды. Будем нанимать отряды. В башню. Теперь все. Что у нас тут? Они щит убили. Подкоп у нас идет. О, эти вообще пошли не по тем путем, они пошли сюда. Ну, мне же лучше. Короче, армия, что у нас армия? Все нормально. Я думаю, вот это надо вообще снести. Это не, это нам не нужно, это мешается только. Вот эти ребята, конечно, хорошие, но им надо как-то заходить. Они попытались разбомбить, но у них ничего не получилось. А подкопом своим... И слава богу. Ну, этот они разбомбили, но толку-то от него. Все, надо освободить вход хотя бы чуть-чуть. В принципе, я думаю, нормально. Мы справились. А, нет, гляньте, вот еще ребятки идут сюда. Ну, короче, я так понимаю... А, мы не можем тоже уничтожать, пока враг здесь. Людей, которые за пределами, их надо убирать. Ничего они не сделают. Сделать нам ничего не дадут. Это продадим. Не хватает оружия, сэр. Крестьян наймем. И потом уже просто вот этих вот будем нанимать. Вот арбалетчиков или мы пехота. Не хватает рекрутов, сэр. Я думаю, хватит, наверное, на всех. Но сначала наймем арбалетчиков. Блин, ребятки, шевелите поршнями. Дошевелились, да? Ну, теперь вам писец. Идиотам. Вот почему так произошло? Потому что дебилы. Я не знаю, как они вообще вышли. Ну, ладно. Вообще, как бы сильно меня это не волнует. Тут есть железо еще. Вот это, конечно, сейчас тоже железо немножечко присунут. По-другому я и сказать не могу. Реально прессуну. О, копают, копают. Выкапывают, выкапывают. Брод мой. Говноеды. И тут рыцари атакуют. Тут брода нету. Но тут вот у меня есть лучники. Давайте их сюда. Чтоб они не сильно там прокапывались. А то вообще охренели. Ну а чё он? Очень странно. Он застрял. Застрял у меня тут крестьянин. Баг какой-то, да? Странный. И все, да, вот он просто застрял. Ну ладно, застрял и застрял. Так, троих еще, наверное, сюда отправим. А вот этих арбалетчиков... А, мы даже не можем их сюда отправить. Серьезно, смотрите, они залезли сюда. Как они так пробились, я не понял. А разве котлы масло не вылили? Пустите псов. Пипец вам, ребята, все нафиг, псы вас зажрут. И почему вот эти не пришли, я не пойму. Блин, на моих рыцарей я тишки на жизнь. Твою мать. Теперь на лук. Вонючие собаки, блин. Все, писец луком. Охренеть.
Лошади, а чё у меня тут лошади? Мне, кстати, не нужны лошади. Но это, конечно, трешак. Просто, зато тебе уже насували волки по самой не балуйся, просто. Ни хрена себе, просто. Так, что у нас тут с рационом? Ой, я что-то прям вообще заигрался, я забыл. Я забыл, надо... Да блин, где эта штука? Вот она, вот это вот моя ерунда, этот столб. Нет, не надо их там ставить. Нам просто нужны деньги. Отлично. Даже, наверное, поболя поставим. Вот почему-то вот эти столбы быстро не получается ставить. А вот когда ставишь дровосеков, нормально ставится. А вот столбики, нифига. Так, чё у нас? Сначала нахмурился, теперь вроде обрадовался. Слава богу. Что здесь происходит? Они уже сюда залезли, ублюдки. Уже здесь пытаются наделать делов. Ваши приказы? Порубим их капусту. Пусть, короче, идет. Вообще, зачем мне деньги? Я хотел камни купить. Вот это мне не надо совершенно. Вот это тоже. А вот камень мне сейчас нужен как воздух. Иначе мне не застроить ни стены, ни подлатать, ничего не сделать. Так, вот эти собаки, конечно, это бредовая идея. Зря я их выпустил. Они теперь будут сувать всем. Только так, на раз-два. Иди там открытые ворота, придурок. Ты чё тут сюда щемишься? Так, а башня? Башня, походу, всё откинулась. Блин, целый сорокетник потратить на башню, ну это, конечно. Я люблю башню, но сорокет отдать. Это, конечно, много, я считаю, сейчас на данный момент. И почему, кстати, вот огнем никто не полил наших врагов? Вот я вот этого не могу понять. Вот что им мешало полить огнем? По сути, ничего. По-любому, братан, недооценил. Так, тут ров поставили, ублюдки. С луками у меня проблемы. Не хватает оружия. Нанимаем арбалетчиков. Арбалетчики бьют далеко. Так что теперь я собираюсь вернуть тебе должок. Возвращай, братан, это ради бога. Давайте это мы... Ох, как я много дерева потратил опять. Ладно, разместили. Может быть, кто-то попадет из таких рыцарей серьезных и сдохнет. Отремонтируем вот эту башню. Вот эту отремонтируем. Короче, все отремонтируем, потому что непредсказуемо все это. Деньги у нас идут, хоть и не сильно, но идут. Давайте это продадим. Еще вот этих наймем, засадим сюда. Кого мы еще можем? Мы можем еще рыцарей. Не хватает рекрутов, сэр. Рыцари — это вещь офигенная. Их мы поставим вот сюда. Это единственный, получается, вход. Ну не прям. Вот еще, конечно, вход на этот. Собаки до сих пор лазят. Короче, их мы поставим сюда, будут охранять. Сюда. Этих ребят. Рыцари пошли. Все пошли. Давайте параметры немножечко поболя сделаем. Бр-ту-ту-ту-тун. 5 рыцарей. Их сюда. Что у нас тут получается? Сколько людей? Да дохрена людей, если честно. У меня луков нету. Денег пока у меня тоже не сильно. Что у меня такое есть, то что можно продать ненужное? Ни хрена. Еда есть.
Но ее сильно тоже продавать не стоит. Арбалеты, арбалеты, мечи. Вот арбалеты, думаю, можно продать. Так, 40 луков. Отлично, то, что нужно. Не хватает рекрутов, сэр. Лучники готовы. 11. Уже развалили? Пипец какой-то. Давайте их посадим сюда, на эти башни. А чё стоят? Вот пипец какой-то. Блин, вот они сейчас меня развалят, замок. Мне это не нравится. Это сейчас они сюда заедут. А почему они не могут достать до этих баллист, до всего вот этой ерунды? Странно. А до лучников вы можете достать? О, ну слава богу, хоть туда. Правда, в молоко. В никуда. Проблемка. Завалили башню. Но тут у нас стоят рыцари. Активная оборона. Не знаю, почему они не хотят активных. Активной обороны. Все. Поставили. Сейчас они со всеми разделаются и расправятся потихоньку. Лучники. Этих на башню мы посадить не можем. Ну, можем сюда посадить. Так, что у нас получается? Получается, что мы всех разбили. Это хорошо. Рыцари нам очень сильно помогли. У нас осталось немножко камня. Значит, можно поставить опять ворота. Давай, проходи уже. Можно поставить ворота, подлатать башню, и эту подлатать, и, естественно, подлатать заборы. Подлатать заборы все. Блин, они, конечно, вот эта штука наломает на раз-два вот эти всякие стены. Нехорошо это, хочу я сказать. Ну вот, да, да, вот загасить их. Я вот тоже вот не понимаю, чё они как эти, как дураки. На эту башню. Давай, 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 братун, братун. Камня нет, я так и знал. Неужели мы победили? Так быстро? А хрена с два. Не может быть так все просто и быстро. Я ж так тоже подумал, это... Сильно просто. Никто так и не избавит меня от моего присутствия. Какие будут указания? Никто не избавит, братан, вот понимаешь, никто. Уже идем. Мы идем. Идем ваших приказов. Отлично. Отлично. Еще ждем крестьян. И мы сможем сделать еще луков. Еще можно сделать вот этих вот мечников. Мечники, кстати, нормально вообще так растащили. Так, вот эти, чтоб двое тут, хотя они в башню помещаются. И можно еще сюда засадить людей. Засадить. Какое слово с двойным смыслом, да, вот вообще. Булавы нам не нужны, это нам не нужно. И все остальное нам, в принципе, нужно. Маленькие налоги, плюс у нас очень... Сдолбал меня пугать. А, вы видите, когда ребенок рождается, получается плюс один к религии дается. Прикольно. Этого я, кстати, не знал, когда дается плюс один, а когда нет. Короче, когда свадьба какая-то, роды, тогда все. Получается,
праздник, и из-за этого плюс один. Настроение поднимается у людей. Это хорошо. Вперед, к славе. Вперед, ясен. Нет! Тебе не надо туда. Короче, ладно. Вот этих сюда, значит, засадим лучничков пусть. Хотя нет. Засадим их на вот эту башню, пусть они тут будут стоять. Что у нас по деньгам? По деньгам у нас не фонтан. Но мы можем купить еще двадцатку. И сделать еще немножечко. Так, куда вот только их тулить? Наверное, вот сюда будем тулить. О, они убили кого-то, смотрите, достали, нифига себе. Молодцы, молодцы. Во, начинается засыпание. Все-таки луки это вот круто. Вот я вот, сколько не говорите мне, что арбалеты это тема, нет. Вот все-таки вот круче луков нет, вот правда. Все-таки луки и достают дальше. И быстрее стреляют, пусть меньше чуть-чуть урона у них, но это не так страшно. А я не пойму. Все, да, нельзя залезть из-за этого уже. Ну что за дичь? Ой, тогда их, короче, надо посадить сюда. Пусть они хотя бы тут будут сидеть. Я не знаю, хотя бы так. Ремонт. Ремонт. Понятно. Понятно. Сваливаем отсюда. Потерять столько арбалетчиков — это печально, если честно. Все нормально, дело пошло. Камни я купил. Все, погнали. Мечники режут всех. Вот эти, кстати, вот баллисты, когда их много, гляньте, как они разваливают на раз-два. Они быстро разваливают. И отремонтировать я не могу. Вот проблемы, конечно. Но развалили мы знатно. Это был, наверное, последний бой. Да, это был последний. Гляньте, сколько. Ох, охудеть. Вот это людей. Вот, кстати, вот сейчас можно поволноваться. Много мечников. Ох, очень много. Но они идут сюда к лучникам. Поэтому тут вот есть... Подпалите вот эту нефть, я не понимаю, почему она никак не загорится. Они прям в нефти, подпалите. Не, вы чё, ребята, какая нефть, о чём? Огненная стрела в землю, где нефть, мы не слышали о таком. Блин, вот лишь бы сейчас башню не стали атаковать, вот это будет проблемой проблем. Неужели мы загасили? Серьезно, но мы завалили. Остались только вот эти коныки, я не знаю, как их назвать, которые носятся. Да блин, как так? Давайте, палите. Не видят цели. Хреново. Давайте, давайте, давайте. Есть! И еще одна осталась. На это, вслепую просто гасите. Отлично, отлично, молодцы, ребята. Все. И теперь остались вот эти придурки. Какая-то часть их завалит. И все, и на этом миссия наша окончена. Это хорошо, так как же хорошо. Он на мечников. Да, все-таки не зря я сориентировался, быстро арбалетчиков пересадил на башне. На топ... Могла случиться оказия. Ну, победа. Только не говорите мне, что будет еще одна битва. Не должно быть. Я рассчитывал, что вот это все, это финалочка. Все, все-таки победа, нормально. Фу!
Фух, да. Всем огромное спасибо, друзья, кто меня смотрит, кто посмотрел. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать видео. Был с вами Акамарача на связи. Всем до скорых встреч. Пока-пока.